Всем привет! Меня зовут Ирина Шкодрина, и я несколько дней изучаю проект, который мне предложили, который называется Acrona Club. Я посмотрела брифинг, я посмотрела презентации, сам кабинет посмотрела, мне понравилось, и сейчас я буду регистрироваться. Но сначала коротко об этом клубе, почему он меня привлек. Я люблю инновационные технологии. Здесь, ну, можно сказать, так красиво сделанный сайт. И здесь есть Кассандра, вот она, Кассандра. Это компьютерный, можно сказать, разум. Или же это, сейчас расскажу, как это все, это искусственный интеллект. И главная жемчужина Acrona Club. Acrona Club вас ждет знакомство с уникальным цифровым организмом, имеющим собственную модель поведения. Красиво все сделано. Как работает Acrona Club, я говорю, я уже все посмотрела, и ролики вы тоже можете посмотреть. Механизм напоминает нейросеть, внутри которой происходит взаимодействие всех отдельных элементов. Партнер становится частью цифрового организма, который обеспечивает его дальнейшее продвижение. Самое главное, что меня здесь привлекло, это маленький вход. Вход у нас в биткоинах 0.201. В данный момент это 6,5 примерно. Ну, 6400 долларов. Ну, 6 долларов с копейками. Ну, конечно же, как мы знаем, биткоин-кошельки берут копеечку свою. Ну, пускай это будет до 10 долларов. 8-9 долларов. Это немного. Одна акрона это столько стоит. Мы знаем, что у нас биткоин растет. А акрона будет у нас увеличивать наш капитал. Второе. Здесь можно работать на пассиве. Меня убедили в этом старшие партнеры. Я спросила, можно ли работать без приглашений. Да, можно. Была просчитана модель одного человека, который покупает Acrona, и в течение 4-5 месяцев она увеличивается в довольно-таки неприлично большую сумму. Ну, в общем, у меня начинается цикл роликов или сеть роликов. Открываете плейлист и про Acrona Club буду скачивать и брифинги, и заливать буду то, что находится на сайте. А сейчас как мы регистрируемся? Просто зарегистрироваться. Нажимаем по реферальной ссылочке, переходим, вписываем e-mail, логин, пароль. А у меня тут даже можно и вписать. Логин у меня постоянный. Пароль вписываем. 5 секунд. Так, пароль писала. Смотрим никнейм спонсора. Я Ирина 180. Ставим галочку и нажимаем зарегистрироваться. Вот таким образом у нас происходит регистрация. Теперь идем на почту, где берем код. На почту пришло письмо. Копирую код. Пришло письмо прямо за секунду. И вводим код. Так. Видите код? О, это не то. Не пошел. Это ссылочка. Еще разочек. Так. Скопировала. Нажимаем зарегистрироваться. И вот мы попадаем сюда. Приветствую, меня зовут Кассандра, я виртуальный помощник Acrona Club. Моя цель – познакомить с инновационной технологией для создания современного бизнеса. У нас нет ни партнерской ссылки в кабинете до тех пор, пока мы не выберем тарифный план, где мы можем выбрать из 4 предоставленных тарифов от 1 акроны до сотни. Самый популярный называется One. Потом у нас идет старт от 100 до 500 акрон. Но тут идет, конечно же, партнерская программа, 10% прибыли, здесь 16%, здесь 22%, здесь 32%. И поверьте мне, я знаю людей, которые заходят сюда уже до 1000 акрон покупают. У кого есть большой капитал, без проблем. Мы же заходим на тариф One, мы нажимаем на него, и он становится вводочка красная, и мы нажимаем «Начать». Пока мы не оплатим, естественно, мы не сможем дальше продолжить. Нажимаем теперь выбрать валюту. У нас валюта только биткоины. Пока, возможно, дальше, может быть, и больше будет. Нам дается ссылочка. Копирую я ее. И иду, перечисляю деньги 0.201 на 1 акрону. Если же вы хотите не 1 акрону, допустим, а 4 акроны или 3, вот бегуночком. Ну, давайте вот я 3 акроны куплю. Вот 3 акроны я хочу купить. Так. Теперь все-таки, думаю, может, ссылочка будет другая, нет? Сейчас проверю.
Так, нет, три окромные, копирую ссылочку. И иду в кошелечек свой, Virex. Вы можете заходить в Coinbase или блокчейн, или где у вас находятся деньги. Я, например, работаю с Virex, мне нравится. Вот, здесь биткоинов у меня 32 доллара. Нажимаю «Отправить». Кстати, про этот кошелечек у меня есть ролик обалденный. Так, вставляю. Сумму прописываю 0.203, потому что я 3 акроны беру. Далее я выбираю комиссию, которая будет за это. Я, например, не хочу много платить. Пускай идет потихонечку, комиссия небольшая будет. Вот так вот. И нажимаю «Отправить». Как только у меня... Так, сейчас ввести пароль от аккаунта. Ну, допустим, вот так. «Отправить». Как только деньги придут в кабинет, в этот, здесь будет написано «Поздравляю», а на почту придет письмо о том, что ваш кабинет проплачен. Я дальше продолжу записывать ролик. Тарифный план будет автоматически активирован. Автоматически. После первого подтверждения транзакции блокчейн в течение первого часа. В общем, ставлю на паузу. Обновила страничку. Прошел где-то 1 час и 20 минут. Тариф активирован. Поздравляю, вы успешно активировали тариф. Добро пожаловать в наш виртуальный, новый виртуальный. В общем, нажимаем продолжить. И... Что у нас тут получается? Редактирование. Мы вписываем имя, фамилию, страну. Так, выбираем страну. Так, ЛНР, Россия. Так, и сохранить и продолжить. Значит, у нас в кабинете всего очень много, но об этом в следующем ролике. Здесь у меня скопировать партнерскую ссылку. Она у меня, оказывается, уже скопирована и будет находиться под этим роликом. Проект еще не стартовал. Стартует буквально на этой неделе. Об этом будет сообщено в следующем ролике или же в чате. Добавляйтесь ко мне в Skype, я заведу наш чат, наши линии. С вами была Ирина Шкодрина. Это новинка, которая принесет нам огромную прибыль. Добро пожаловать!